Добрый вечер, дорогие рукодельницы, добрый вечер, Альберт, добрый вечер, подписчики школы Помпина. Ну что ж, сегодня у нас такой замечательный день. Сегодня у нас подведение итогов мастер-классов по Филипку с нашим замечательным мастером, с Ириной Чурилиной. Ирина, добрый вечер, она у нас в студии. Добрый вечер, добрый сегодня вечер. Сегодня что-то волнительный такой день. Да, итоги. Первый вопрос у всех. Галина, где ваш Филиппок? Вот стоит, мой Филиппок стоит рядом со мной. То есть он ведет вместе со мной. Со мной рядышком здесь на столе вот стоит. Ну, добрый вечер еще раз. Очень рада, что у нас уже к завершению подошел наш мастер-класс. Я видела все ваши работы и в чате. Кто-то девочки постоянно скидывал в чат. Мы все видели. И кто-то в чат не скидывал, а сразу же скинули работы на конкурс. Я ознакомилась со всеми. Работы замечательные. Я считаю, вообще очень хорошие работы. Работа вообще, прям я в восторге. Да, это очень сложно было мне вот выбрать. Я, не знаю, сидела уже и с мужем советовалась, и с кем только не советовалась. Но я думаю, что делать, выбирать надо. И я так думаю, что я выберу наилучшую работу из лучших. Вот, у нас будут лучшие, а еще будет наилучшее. Вот. И сейчас мы начнем разбирать наши работы, пройдемся по всем. И не обижайтесь, девочки, если будут какие-то, ну, какая-то критика с ваш адрес. Я думаю, что это вам на пользу пойдет и на будущее какие-то огрехи там или что-то, ошибки. И вы будете учитывать мои советы в дальнейшем, в дальнейшей своей работе. Ну и, конечно, я буду хвалить, естественно. Хвалить все всегда хвалить хвалят, буду, да. Сказать эти слова, которые, конечно, кстати, потом помогут, это, мне кажется, лучше даже. Я думаю, это хорошо всегда. Так, ну что, у нас первая работа, это Елена у нас, с таким интересным очень мальчиком, таким очень оригинальным. Она вообще такая девушка-мастер, такая очень независимая, и я считаю... Мне это очень нравится, вообще вот у нее свой стиль. Она очень независима в своем творчестве. Вот она решила сделать такого интересного мальчишку, как раз проходил чемпионат мира по футболу. Она, видимо, под впечатлением. Тут он у нее с мячом, но в чате он уже у нее стал скрипачом. Мальчик интересный, конечно, такой у него есть что-то инопланетное в нем, я так думаю даже. Но глаза обалденные. Глаза, да, такой прям вот неземной. Неземной мальчишка с рогаткой еще. Такой он хулиганистый у нас немножко. Ну, интересная работа, оригинальная работа очень. Так, сколько у нас набрала очень Елена? Обратно. 182. Угу. Хорошая работа очень. Так, Юлия Иваницкая. Великолепная работа. Придраться, я даже не знаю вообще... Тут, это работа мастера, я считаю, вообще. Это очень хорошая работа. Мальчик очень живой. Одежда подобрана со вкусом. Образ вот такой абсолютно законченный. И с мячиком он, и сочетание цветов очень такое, очень хорошее сочетание. Волосики, такой рыжик. Он прямо вот как живой мальчик, абсолютно. Да, совершенно живые глаза. И да, вот это очень хорошая работа. Я так переживала, то рубашка мала, то штаны малы. Да, он такой у вас пухленький получился, видимо, да. И рубашку-то перешивала Юля. Но результат очень хороший. Замечательный результат. Вот того стоило. Да, ну вот 258 голосов. Очень хороший результат. Тут хорошая тонировочка, очень такая в меру, но есть тонировочка, потому что бывает вот это большая, как бы, большой минус, когда личико делаете, недостаточная тонировка. То есть личико получается бледновато, такое бледненькое, а здесь оно очень хорошо тонировано. Так, ну вот это как пример. Очень хорошая куколка, очень хорошее личико у Эллы Боголюк. Но недостаточно еще тонировки. Вот если вам поработать еще над тонировкой лица... Это Элла, да, Боголюк? Да, Элла Боголюк. Очень хорошая личико. Мне очень мальчик понравился.
Ну вот, Такой светлый мальчишка, да? да, он очень светлый, еще на светлом фоне, он очень бледно смотрится. И если вы, ну, если боитесь даже тонировать, понемножечку, потихонечку его потонируйте, и он у вас заиграет вообще, он будет очень хорошее личико, очень удачное. Ну что, насчет одежды, вот, хорошо цвета подобраны, я считаю, очень. Все гармонирует, и лошадка тут, и все замечательно вообще. Хорошо очень. Мальчик очень хороший. 188 да, голосов. Да, 188 голосов. Так, Лана Перцух у нас. Вот что я хочу сказать. Одежда очень хорошая, все подобрано со вкусом. Что я могу сказать? Почему-то не добита головка до верха. Вот она получилась такая плоская. Вот и личико неплохое. Да, вот прямо так и хочется поднять макушку. Вот она такая приплюснутая. Я не знаю, по какой причине. То есть получилось он такое лицо широкое в ширину, да, а лба не хватает как будто. Вот такое ощущение. Не знаю почему. Как будто недобита вот головка. А так все сделано аккуратно, хорошо все сделано. Образ тоже продуман. Такой прям вот математик. С книжками. Работа хорошая. Но вот что-то, видимо, вот ошибка, видимо, в набивке есть все-таки. Утяжечка хорошая, такая аккуратненькая. Так, 176 голосов у нас. Уланы. Ланочка, молодец, рыжик тоже. Так, Антонина Яковлева. Очень хорошая работа. Тоня очень хорошо рисует, конечно, она, ну, вот, ее стиль сразу же узнается. А, ну, тоже у меня придраться как бы сложно. К чему? Единственное, вот здесь у меня все равно не покидало ощущение, что это девочка, одетая в мальчиковый костюмчик. Переодетая в мальчика. Переодетая в мальчика, вот эта девочка. Вот все равно он такой вот очень нежный, слишком нежный для мальчика. То есть образ такой все равно девчачий, мне кажется, на мой взгляд, вот личико. Хотя оно вырисовано очень хорошо, сшита одежда с большим вкусом, все замечательно. Вот, ничего, вот единственное только что могу сказать. А так, очень хорошая работа. Одежда вообще класс просто. Все продумано так здорово. 246 голосов Антонины. Так, ага, Ольга Струкова. Очень интересный мужичок такой, прям крепыш. Замечательная работа, очень-очень хорошее личико. Мальчик мне даже больше понравился, чем девочка. Девочка тоже интересная, но мальчик вообще замечательный. Вот, штанишки, это, кепочка. Все так здорово сделано вообще. И личико очень интересное. Очень интересные губки, так нарисовано все. И смотри, самолетик еще тут. Очень хорошая работа. Одежда очень аккуратная. И бантик, бабочка. Все продумано, да. Сшито все очень аккуратно. Здорово, да. Здорово, молодец. Ну, девочка тоже очень хорошенькая. Вот с прической я бы немножко поработала, может быть. Может быть, немножко по-другому. Или, ну, это чисто мое такое мнение тут уже, субъективное такое. Так, а работа очень хорошая. 214 голосов Оли. Так, Галина Касаткина. Так, мальчик такой хороший, утяжечка хорошая. Но, по-моему, сама Галина видит, что тут есть огрехи с глазками. Что-то или они... Вот это можно, мне кажется, даже исправить легко, потому что... Здесь нарисовать поверху, чтобы была симметрия. Как будто один глазик смотрит в одну сторону, а другой в другую. Это все от того, что несимметрично нанесены вот эти цвета. Этот темный цвет, его выровнять, чтобы он был одинаков на одном и на другом глазу. И он будет иначе смотреться. А так он немножко вот один глаз куда-то вверх, а другой в сторону. Вот такое ощущение у меня создается. А так вот. А сестренка прелестна. А сестренка очень удачная. Сестренка хорошая очень. Галочка, молодец, прям молодец. Уже, видимо, да, на сестренке уже вот правильно глазки все нарисованы, очень хорошо. Куколки очень хорошая одежда, все продумано тоже по цвету. Очень хорошая парочка. 165 голосов.
Галя. Так, идем дальше. Ага, Ирина Щелокова. Мальчишка такой у нас задиристый, футболист. Что здесь он прям хулиган, хулиган. Хулиган, да, он, да, тут хулиган, лошадь забросил, все уже, мяч пошел играть. Оттопыренный, классный. Да, интересный такой мальчишка. Немножко разнобой есть в цвете, в одежде. Вот как бы клетка-рубашка, клетка, другая клетка карманы, немножечко идет разнобой такой. То есть по цвету немножко надо выровнять, чтобы не было вот этого вот слишком много клетки разной, потому что клетчатая фуражка, клетчатая рубашка, клетчатые кармашки. То есть, ну, в принципе, имеет место быть, но немножко я бы карманы вот сделала однотонные, наверное. А так хорошо все, молодец, нормально все. Личико достаточно интересное. Утяжечка такая неплохая, хорошая личико. 198 голосов у Ирины. Так. Ага, Марина Искандарова. Такой у нас тоже пухлячок. Такие щечки. Интересный, да. Вот его еще потонировать хорошо тоже. Вот он бледный, вот недостаточно тонировки. Губки надо поярче. То есть не делать, конечно, там красные, но еще немножечко выделить все-таки пастель, чтобы была потемнее немножечко. Выделить эти губки, то есть сделать вот эти точки, чтобы немножечко было все-таки заметно, что линия рта. То есть вот недостаточно тонировки, не хватает. Потом фотография не очень удачная, фуражка затенила глаза, не видно почти глаз. Ботиночки сшиты очень хорошо, очень качественно. Да, ботиночки, такое ощущение, как будто вот вообще на колодке сделано. Да, похоже на колодки все-таки делала Марина. Я не знаю, вот, Марина, как вы делали, но похоже, что на колодке прям. Так, и песик он даже связанный, хорошенький такой. Ну и хорошая работа очень. Вот единственный у меня к вам совет. Еще потонировать, будет замечательный малыш. Так, 126 голосов. Марины. Так, Галина Тимошева. Тимошева, скорее всего, правильно так. Так, ну что, интересный такой мальчуган. Есть тут ошибки в утяжке. Я вижу, немножко несимметричны глаза утянуты. Поскольку несимметричны глаза утянуты, возможно, Галина хотела их как-то еще выровнять. У нее не совсем получилось. То есть... И глаза высоковато относительно носа. И близко к носику посажены. Да, да, близко очень к носику, высоковато. Там очень вот, чуть-чуть и большое значение имеет вообще. Вот это вот. Да, насколько, пуколка маленькая, да, поэтому, конечно, там это очень важно. Миллиметры. Угу. Поэтому в следующий раз, когда будете, это очень вот, следите за этим. Это уже видно, когда трикотажем обтягиваешь, это уже заметно. То есть это можно убрать еще этот трикотаж и изменить это. Изменить расположение глаз, где они находятся, это все возможно. Когда я только там вот это все отодрал, это все можно изменить. Вот. А губки неплохо утянуты, только немножечко, мне кажется, тоже низковатые относительно. То есть я вам показывала вот между носом и подбородком серединка, четкая серединка, это вот нормальное положение губ вот в этой куколке. Они немножечко чуть-чуть пониже все-таки расположены, и поэтому идет немножечко такая дисгармония в соотношении вот глаз, носа и рта. Вот, а образ продуман хорошо. Ботиночки, вот левый хорошо, достаточно удачно сделан ботиночек. А правый что-то немножко не получилось, да? Немножко он... нет вот округлости носочка. Вот. А так цвета подобраны очень со вкусом. Кармашков нету, видимо, решила Галина без кармашков сделать. Ну, работа хорошая. 107 голосов. Галина... Ирина, я сейчас перебью, пока мы смотрим. Татьяна Герман написала здесь. Девочки, миленькие, добрый вечер. Вот закончился мастер-класс. Какие же вы все мальчишек и девчонок нашили? Восторг неописуем. Правда, выкройка Филипка отличная. Такие мальчишки получились. Я благодарна Ирине за такой мастер-класс. Но она пишет здесь много. Ага. Благодаря Пампину. И фотографию выложила. Я не знаю, выложила ли Татьяна. Нет. На этот. Нет, тут не видно, конечно. Ну, спасибо большое.
За Я добрые не вижу, слова. выложила она или нет на этот в альбом. Ну, она свою. А, нет, выложила, выложила. Выложила, Все, да? куда ты дела? Тогда мы до нее дойдем еще. Хорошо. Так, ну идем дальше. Елена Мищенко. Очень интересный мальчишка. В чате я его несколько раз видела, неоднократно видела. Такой мальчуган, он прям такой у нас латиноамериканец. Сначала мне он показался латиноамериканцем. Очень интересная работа, выразительный очень. Глазки такие прям горят у него. Такие губёжки у Да, него прям. очень хорошенький мальчуган. Замечательно прямо. И все подобрано хорошо. Сочетание цветов такое удачное, нормальное. Хороший мальчик очень. Вот он Лошадка прям вот очень. маленький, да, вот здесь вот Такой прям он вот. прям вот хорошенький бутузик, да. Хорошенький-хорошенький мальчик. Маленький. Так, 149 голосов у Елены. Так, это еще у нас один хулиган у Татьяны Молодец. Тарасовой. Да. Мальчишка очень такой характерный, такой прям вот хулиган-хулиган. Ну Живой и прям такой, да, да? живой очень, да, очень живой мальчик. Смотрит он куда-то там, похоже, на него, в него стреляет кто-то, да, тоже из рогатки. Или он стрельнул и Или смотрит, он куда стрельнул, попал? смотрит, в кого попал, да. Лошадка такая замечательная вообще получилась, как настоящая. Прям. Ботиночки очень хорошие, хорошо очень сшиты. То есть работа интересная очень. Такая оригинальный такой мальчуган получился вообще. Хороший мальчик. 176 голосов Татьяны. Так, тут у нас парочка. Марина Матуляк сделала такую парочку. Братик с сестричкой. Очень похожи. Очень смешные, такие забавные. Улыбаки такие, прям улыбаки. Улыбаки-улыбаки, да. Хорошие очень. Ребятки, мне очень понравились они. Что я могу сказать? Все тут тоже у нее продумано. Одинаково все так, ну, чтобы перекликалась одежда мальчика и девочки. Ну, немножечко я смотрю, огрехи есть в ботиночках девочки. Я думаю, что Марина уже знает сама свои ошибки. А у мальчика хорошо ботиночки достаточно сделаны, аккуратненько все, складочек нету, ничего. Ну, хорошая очень работа. Очень такая позитивная парочка. Одну пока сделала, что девчонки прям молодцы. Еще и парочки, Да, вот парочка. успевают еще и двух сшить, вообще молодцы. Так, идем дальше. 173 голоса у Марины. Меня 175. Да, на 173. Так, Людмила Ходорева. Вот, это прям Тоже вот нашла таки друга. веселые малыши, прям как из веселых картинок. Такие, раньше журнал был детский. Такие веселые-веселые мальчишки. Малыши-коротыши, вот так вот их еще можно назвать. Мордашки такие забавные очень, веселые. Ботиночки классные, похоже тоже на колодки. Такое ощущение, что на колодке сделаны. Да, прям такие вот аккуратненькие, прям Очень ботиночки. аккуратненькие, такие закругленные. Ну, это на колодке, конечно, такое можно сделать только. Потому что без колодки достаточно сложно такого добиться, конечно. Вот, но надо колодку делать. Так, насчет одежды, что я могу сказать? Ну, в принципе, неплохо. Карманы, может быть, я не стала бы делать тоже и клетчатые здесь, потому что слишком много клетки. А левый там, в общем-то, нормально все сделано, хорошо. Лошадка тоже сделана очень удачно. Так, 143 голоса. Идем дальше. Наталья Плотникова. Очень оригинальное личико у мальчика, у Натальи. Хорошо Тоже такой получилось, светлый да. мальчонка, да, вот прям вот такой Какой-то вот. такой, да, вот он очень интересный, такой своеобразный личико очень. Даже вот я не знаю, вот какое-то очень особенное лицо. Прическа очень удачная, ниточки хорошенькие очень. Легли так хорошо они. Насчет одежды тоже все хорошо, все продумано, все у нее сочетается. В общем, мальчик хорошенький такой. Такой своеобразный очень личико. Вроде бы он и не улыбается, да, я не знаю, делали ли Наталье утяжку. Будто получилось, что она не делала, возможно, утяжку ротика. Не
Нет, утяжка есть, близко к... Или близко, может быть, да? Нет такой характерной улыбки, да? Просто да, как но бы... все равно вот, такая... Ротика, все. Ну, легкая-легкая совсем, очень легкая. Глазки хорошенькие, хорошо очень нарисованы глазки. То есть расположение глазок. Носик может быть чуть-чуть маловатенький, но, в принципе, нет. Мне кажется, просто сильно выбили на фотографии. Вот, ну, может быть. Чуть-чуть поярче, и носик там нормальный. Ну, достаточно, или тренировочки, да, чуть-чуть побольше. Но расположение достаточно гармоничное. Вот глаз, нос и рта вот хорошо сделано, нормально. Так, 171 голос у Натальи. Так, идем дальше. Вот у нас работа Альберта Гайдара. Очень все качественно, все аккуратно сшито. Я, правда, не вижу волос. Вот я не вижу волос. Может быть, они такие короткие, или просто нет пока, вот нет пока волос, может быть, которые бы хотел сделать Альберт, да? Я не знаю, вот Альберт сейчас смотрит нас, но сейчас я пока вижу, что он просто в фуражечке, и все. Личико очень хорошее. Глазки. Вот, может быть, я еще бы, вот насчет глаз, я бы еще сделала блики. Вот если сделать блики посильнее, то он будет вот смотреть прямо на нас. А так он как будто вот такой взгляд немножко туманный. Когда добавишь бликов, таких поярче, то он сразу же начинает смотреть, конкретно смотреть прямо на тебя. И поэтому я считаю, что здесь еще нужны блики. А одежда сшита очень хорошо. Вот прям не подкопаться. Очень хорошая. Валентина Марченко в комментариях под этой фотографией написала: родила Антошку мама, Машу мама родила, а меня родил мой папа с гордостью. Мама в отпуске была. Здорово. Ну, причем мне здесь вот как-то вот вообще, даже если нет волосиков, ну, он так гармонично в этой шапке смотрится, что... Хорош-хорош. А если еще, когда волосы у него появятся, то вообще просто мальчуган замечательный. И вот насчет глазок. Вот буквально там чуть-чуть белого добавить, вообще будет замечательно. Так, 152 голоса. Так, Людмила Перегинская. Великолепная работа. Просто я вот вообще влюбилась в эту работу. Такой мальчишка, у него характер, такая харизма. Он такой как бывалый капитан. Такой у него вид прям смешной. Такой смешной мальчишка. Мне очень понравился. Сшито очень хорошо. Очень хорошо одежда сшита. Капитанка. И кораблик у него. Все есть. Очень хорошая работа. Мне очень понравилось. Да. Замечательная работа. И смотрит он так прямо, да. Аж коричнево-золотистые какие-то, да, получились. Да, коричневые, прям такие, как живые. И смотрит он так это, решительно. Очень хорошая работа. 173. Так, 173 голоса. Так, это у нас Светлана Дрёмина у нас следующая. Мальчик очень такой оригинальный, хорошенький. Утяжка сделана хорошо, вполне удачная утяжечка. Что тут? И одежда тоже такая. Вот я бы сказала, только клетка рубашки не совсем сочетается с отделкой. Немножко пестрит вот эта отделка на шортиках и рубашка. То есть оттенки другие. Здесь идут теплые оттенки на шортиках, а рубашка у нее холодная цветовая гамма. И идет немножечко, как бы они не сочетаются, вот эти вот цвета. Я бы сделала здесь или тогда все холодные тона, или теплые. Или рубашечку сменить. Ну, или, соответственно, отделочку. Ну, вот у меня только единственное я могу что сказать. Ну, можно еще оттонировать, конечно. Может быть, и фото такое получилось, высветлилось. Но можно еще немножко подтонировать. Вообще губки очень удачные, очень хорошо сделаны. Губки, носик. Ну, хорошая очень работа. Очень хорошая работа. 166 тоже голосов. Уже мастер. Она у нас давно уже шьет. Да, Светлана Дрёмина, я знаю. Она у меня была на мастер-классах тоже. Замечательная работа. Хорошая работа, да. Елена Катышевская. Такой интересный мальчуган. Прикольные такие ухи. Губки прям такие трубочкой.
Интересные губки. Видимо, все-таки Елена не утягивала губки, да? Я не вижу у нее. Или она забыла, возможно, забыла утянуть. То есть я вообще тут не вижу утяжки на губках. Она, видимо, решила просто так оставить. Носик такой картошечкой. Глазки неплохо сделаны. Вот, что я могу сказать по одежде? Ну, в принципе, неплохо. Камуфлированная шапка, камуфлированные штаны. Да. Ну, в общем-то, неплохо. Немножко темновато. Вот мне кажется, темновато все-таки для куклы. Когда темные ботинки, темные шорты, темная фуражка. Немножко перебор с темным. Потому что кукла все равно, это кукла. Тут должны быть более радостные цвета такие, более яркие или светлые. А здесь, мне кажется, все-таки чуть-чуть перебор с темным, ну, на мой взгляд. Вот. И что еще? Ну, в принципе, а так все. Работа классная, так-то все аккуратно. Да, все сшито аккуратно. Хорошо. Лошадка тоже все, в общем-то, нормально, в тему все. И что, по фото, да? Фокус. Фокуса нет на лице. Фокус куда-то, видимо, назад ушел. На яблочки или на облака тут, я смотрю. А лицо немножко размыто. Это, ну, на будущее фотографировать будете, обратите внимание. Так, 108 голосов. Так, и волосики у нас получились длинные. Почему-то решила Елена все-таки их не обрезать. Может быть, они очень прямые, поэтому она решила их не подрезать. Видимо, трессы, ну, прямые, возможно, да? Возможно, там были длинные, она пыталась обрезать. Да, и там, видимо, что-то у нее не получалось все-таки. Все-таки трессы здесь нужны, конечно, немножко с завитком. Они тогда ложатся хорошо. Когда прямые, да, я сразу же предупреждала. Но тут, видимо, вот если что есть, то есть. Тут уже, может быть, ничего больше не было. Поэтому пришлось уже делать то, что есть. Так, ну что, следующая работа. Очень интересная работа Елены Сергеенковой. Такой мальчик с характером, такой мечтательный весь, да, интересный мальчишка. Очень хорошая работа, очень все продумано, все сочетается хорошо. Ну, замечательная работа, я считаю. Мальчишка вообще замечательный. И глазки тоже сделаны так, вот она решила наверх, он немножко так мечтательно смотрит. Хотя, как бы я показывала, что не нужен белок внизу, но в принципе здесь, да, если вы хотите сделать какой-то вот взгляд, да, по-своему, да, взгляд немножко в сторону, там, наверх, то, конечно, тут белок нужен, да. Это уже свое личное видение своего этого мальчишечки. Так, ну что, 144 голоса. Очень хорошая работа, Елена. Так, это одежда у нас... Одежда классная, мне понравилось сочетание. Да, одежда вот очень хорошая. Вот тоже вроде клетка, да, смотрите, там клетка. Да, 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 ну там хорошо все продумано очень. Оксана Турко. У нас она новенькая, Оксана Турко. Такой рыжий мальчик. Он у нее, бедный мальчишка, он фотографировался и там, и сям, уши на подоконнике-то и где только никак не получалось. Вот, вот только залез на вишню, и тут вот у нас что-то получилось все-таки, что-то мы видим. Так, ну что, здесь есть, конечно, небольшие огрехи в утяжке, возможно. Личико я, конечно, вижу тоже плохо, не совсем хорошо далековато, видно. Да, далековато. Вот, немножко обрезала бы фотографию, приблизила. Да, потом наверху слишком много черного. На будущее вот глазки рисуете. Тоненькая черная наверху просто полосочка, какое-то небольшое расстояние и опять тоненькая-тоненькая линия века. Здесь получилось слишком темно, и поэтому это выглядит немножко, ну, слишком, как бы, да, вот это вот. Не нужно такую темноту наверху делать, тем более в кукле мальчика. Здесь это не надо. Я еще сразу же предупреждала, что никаких черных вот этих затенений, ресниц, это все лишнее, ни к чему совсем. Вот. Ротик я вот тоже, ну, с трудом вижу, что утяжка. Есть ли здесь утяжка вообще? Есть, утяжка есть. Утяжка есть, но плохо видно. Носик я вижу, что утянут. Глазки тоже утягивала Оксана. Ну, я считаю, для новичка работа хорошая. Ботиночки сделаны хорошо. Внизу там нужно немножко подклеить вот детальки. Там вот я вижу, что расстояние есть. Внизу вот надо прям подклеить. Небольшие такие вот эти вот. Чтобы они вот так вот не было такого расстояния между деталями.
Лошадка сделана очень хорошо. Очень хорошая лошадка. Одежда сделана очень хорошо. Так что, Оксана, шейте, умничка, шейте, да, у вас все получится, да, все приходит с опытом. Так что начало положено, очень хорошая работа 22. Для начала. Да. 22. Так, 121 голос вообще хорошо, очень хороший у вас результат. У меня, видать, свежее, поэтому... Ага, так, идем дальше. Светлана Ксензова, это вообще просто улет, улет, как называется. Светланины работы уже... Ну, мастер вообще просто, да. Бросаются в глаза, уже знаешь, что... Я сразу же узнаю, конечно, у Светланы, как нарисовано. Она рисует, она здорово, очень своеобразно, по-своему. И сразу же, вот, видимо, она увидела, у нее вот создался такой образ, она придумала Антошку. Очень хороший мальчишка, веселый, такой заводной, настоящий прям Антошка. А ворона-то у него какая, это же вообще просто. И главное, минимум одежды, вообще супер. И заморачиваться не надо с одеждой. Очень хорошо. Волосы, это мех, по-моему. Да, это мех, я вижу, мех. Видимо, мех есть и такой, и на ворону был, да, и на прическу был. Очень хорошая работа. Мне вообще Антошка прям мне запал в душу прям. Хорош, хорош, ничего не скажешь. Так, 193 голоса Светланы. Так, Татьяна Медведева, тоже очень хорошая работа, мне очень понравилась. Мальчик примерный такой, детсадовец. Вот, глазки, я бы вот сказала, немножечко, может быть, они великоваты для мальчика. Вот, вот чувствуется, что вот если бы их немножко сделать поменьше, он бы был больше похож на мальчика. Ну вот у меня такое ощущение. Для того, чтобы, ну, вот как бы ощущать, что это мальчик стоит. А так работа очень аккуратная, очень все хорошо сделано. В общем-то, личико достаточно гармоничное, все хорошо сделано. Ротик очень хорошо утянут, носик сделан хорошо. Хорошая очень работа. Эти самые шнурочки на ботиночках я бы не стала делать такие яркие. Они, мне кажется, здесь немножко неуместны, такая яркость шнурочков. Здесь что-то нужно поспокойнее все-таки. Даже если вы хотите что-то вот отличающееся от ботинок, то какой-то светло-коричневый, допустим, взять, светло-зеленый, да, под цвет рубашечки, но не вот такой кричащий зеленый, мне так кажется. Она, может быть, она хотела, конечно, Таня, сделать, чтобы перекликалась вот со сброей, да, лошадки, возможно. Но вот, по-моему, мне кажется, что... Вот сменить можно шнурочки. Вот, работа очень хорошая. 174 голоса. Да, у него еще, видите, сестричка есть тоже. Великолепная сестричка. Алечка, я так поняла. В чате вот выкладывала Таня. Работа классная, конечно. Ага. Хорошая очень работа, очень хорошая. Молодец. Так, это Ирина просто... Барангова. Я не могу от этой работы, это просто чудо какое-то. Такой мальчишка замечательный. Глазки маленькие, хитренькие такие. Вот это как-то была тема в интернете. Колбаса? А нет, не видел. Вот такой он хитрющий-хитрющий мальчишка. Мне очень понравилась эта работа, замечательная просто работа. Одежда тоже все продумана, сшита. Машинка тут у него. Очень хорошая работа. Мальчишка прям вот живой. Да, вот только хотела сказать. Он живой, да. Глаза живые. Вот они небольшие, да. Они, вот, они небольшие, вот они как раз это и придает, да, почему-то вот живости. То, что вот глазки маленькие, они еще приближаются как бы к естественным, да, вот этим всем вот этим параметрам, да, как бы личика. Да, пропорции такие. Пропорции-то, да, уже как бы вот они ближе к естественным становятся. И отход от кукольного. И он становится вообще живой. Так, 148 голосов. Замечательная работа, Ирина. Так, Наталья Моисеева. Тоже Наталья у нас давно шьет. Тоже я узнаю ее работы, даже по разрисовке личика. Очень хорошая, аккуратная работа. Личико тоже хорошо, очень все оттонировано. Хороший очень мальчик получился.
Рыжманчик такой. Да, такой, да, ловец бабочек. Хороший такой мальчик. Все продумано по цвету. Ботиночки очень хорошенькие, удачное все. Ну, я не знаю, тут даже придраться вроде как вообще не к чему. Хорошая работа очень. Наташ, молодец, правда. Молодец, твои очень работы, хорошо. Правда, узнаваемые уже. Да, я уже узнаю, да, вообще. Правда, вот узнаваемые работы, угу. Свои так. Вот такие. Да, вот именно, вот, да, вот, своя рука уже своя. Так, 156 голосов. Наталья у нас. Так, Валентина Марченко. Такой мальчишечка очень интересный, улыбчивый. Большой глазик такой. Большой глазик такой, хороший мальчик. Я даже не знаю, вот носик, ну даже я даже не знаю тут к чему придраться. В принципе, хорошо сделано все. Хорошая работа. Хотелось бы придраться, но не к чему. Ну, не к чему, да? Но не к чему. Вот правда, когда хорошая работа, не знаешь, что сказать. Вроде бы, да, что-то бы... Молодец. Что-то ну, бы и сказать, да, не знаю а, даже. Замечательные работы. Хорошо, сочетание хорошее, голубой, вот с этим вот, с таким, с бледно-коричневым. Хорошо, хорошее сочетание, волосики, все тут нормально. Лошадка. Вот. Хорошая очень работа. Так, 154 голоса. Так, идем дальше. Так, у нас Ирина Черемисина. Она решила в другой технике работать у нас, да? То есть тело, видимо, по этому мастер-классу, а головку она решила слепить. Ну, у нее, видимо, она пробует вот, все-таки в этом стиле. Многие девочки уходят уже в лепку. И, в принципе, это у нее как опыт. Я так поняла, она попробовала еще слепить. Ну, я вот это не мое, конечно, я не умею лепить. Я вот честно могу сказать, я даже не пробовала лепить. Немножко и... такие инопланетяне. Да, получились. Они тоже получились, кстати, инопланетного такого склада. Что я могу оценить? Только одежду. Вот одежда интересная очень. Мне очень понравилось вот у правого мальчика, который пониже. Такой интересный ну, очень. Морской такой, да, как в тельняшке. Ага, интересный, в тельняшечке такой. Хороший, хорошенький мальчишечка. Ну, в принципе, у левого тоже одежка такая хорошая. Сделано нормально все. Сшито интересно. Ну, вам успехов, конечно, в освоении новой техники, Ирина. Пробуйте, все получится и дальше у вас. Так, 90 голосов у нас у Ирины. Идем дальше. Так, Ольга Золотова. Замечательная работа. Обалденная работа. Ага, очень хорошая работа. Такие пионеры у нас. Все при них. Вот все вообще, барабаны. Все, да, все, что может быть. Как вы делали, Ольга, вот, этот самый маленький значочек всегда готов? Это же вообще что-то невероятное. Как это? Выпили, да? Да, это же вообще молодец, миниатюра такая. И барабан-то, и палочки-то, и все, вот все, что было, все есть. Очень хорошая работа, я прям отметила сразу же, так здорово. И сделано личико у мальчишки вообще класс. Ушки, правда, они аж прям вот вперед загнулись. Их, может быть, чуть-чуть хотя бы или параллельно головке, или чуть-чуть назад сделать. Но личико очень удачное. Очень причем удачное. У мальчика и у девочки. И у девочки, и у мальчика. У девочки вообще оно такое какое-то... У меня такое ощущение, что даже не по моему мастер-классу. Может быть... Там лепка была немножко использована у девочки, потому что я смотрю, что носик у нее есть переносица, потому что в нашем мастер-классе переносицы нет. Или тут так кажется, я не знаю. Вот интересно, Ольга, она чисто по этому же мастер-классу делала или немножко все-таки... Ощущение, что у девочки, допустим, мне кажется, что там привалено, как привалено. Да, там или привалено вот переносица, щечки, видимо, еще привалены. Такое ощущение у меня есть. Оживилась, конечно. Угу. Хороший мальчик, хороший очень просто. Замечательный мальчишка. Так, идем дальше. 195 голосов. Здорово, молодец. Так, Юлия Петрова. Ух ты, батюшки. Такой мальчишка смешной, да. Значит, что я могу сказать? Здесь может быть ошибка в чем? Что ротик немножко низко. Вот между... носиком и подбородком. Он, видите, вот чуть-чуть его поднять, носик немножко увеличить, побольше. Надо было немножко побольше ниточек, чтобы сделать его побольше. Вот так глазки, в принципе, неплохие такие.
Кругленькие Я бы белка. чуть-чуть, буквально на миллиметр Ну, раздвинула бы. чуть-чуть, может быть, да. Белка я, правда, мало вижу совсем. Просто так вот кругленькие глазки, а белка очень мало. Вот что я могу только сказать. Вот чуть-чуть вот это выше, Чудесно. да, носик побольше, глазки чуть-чуть раздвинуть, вообще будет супер. Вообще суперская. Юлька, И будет молодец. замечательно, да. Вот костюмчик у него хорошенький. Вот то, что кармашек, вот часто девочки делают почему-то под цвет рубашки, я считаю, не нужно. Надо что-то найти, другой какую-то другую ткань, которая сочетается с этим цветом, но чтобы она не была прямо абсолютно идентична рубашке. Потому что слишком много получается вот этого одного цвета. Он немножко утомляет, когда вот они как пятна такие смотрятся. Так, что еще я могу сказать? Ботиночки. Но чуть-чуть, я бы сказала, немножко оттенок я бы другой выбрала ботиночек. Но, в принципе, тоже неплохо. Как бы Да, правда. такая холодная гамма здесь использованная. Вот. Ну вот то, что я сказала, какие у меня есть замечания. Одежда сшита хорошо, аккуратненько все сделано. Вот. Сколько у нас? 114 голосов у Юли. Юлия Иваницкая в чате выложила фотографию, девочка одевается у нее там. Ага. Такая там губками поджатыми. Так, идем дальше. Виолетта Полищук. Интересная работа. Тоже Да, очень такая сложная. оригинальная личика. Немножко фотография, я считаю, не совсем удачная, немножко высветленное лицо, то есть трудно С одной оценить. стороны, да, Да, трудно оценить Виолетта, вот, если бы вы но. развернули его, я понимаю, что там антураж, что он типа сидит, но вот свет падает с одной стороны, одна сторона затемнена, одна высветлена, и такое ощущение, что разные глазки. Да, и в полной мере трудно оценить вообще вот, качество, как утяжки, очень сложно оценить. Потом я смотрю, в ручках проволочки нет, у меня такое ощущение. Или, может быть, просто Виолетта хотела так вот ручку, чтобы он положил на стол, возможно. Потому что я не вижу в пальчике проволочки. Ну, это уже как бы личное дело, конечно. Так, ну что еще? Почему-то шапочка мне кажется маленькая, как будто она не налезает на головку. Ботиночки, вот отделка ботиночек, вот этот яркий-яркий зеленый, он, я даже не знаю, с чем он тут может сочетаться. Ну, то есть, вот поработать с сочетаниями цветов тоже бы не мешало. А так ботиночки сделаны очень хорошо. Похоже, что на колодке сделаны. Хорошие очень работы. Ну вот, ну глазки хорошо нарисованы, я немножечко, может быть, широковато расставлены чуть-чуть. Вот я бы их чуть-чуть поближе сделала. А так, в общем-то, работа неплохая, я считаю, нормальная вполне. Так. Оля Золотова написала, что спасибо, значок нашла в интернете, увеличила и распечатала, наклеила на Ага, тонкий вон. картон и все это приклеила на вымпел. Ну, все что. Девочки, объемы долепила она. Так, ну что, идем дальше. 123 голоса у Виолетты. Надежда Боровикова. Так, фотография темноватая, конечно, трудно там вообще что-то понять, но глазки, я смотрю, такие лучезарные. Сделано все, вот ботиночки очень аккуратненькие, одежда вся сшита хорошо. Немножко, вот чуть-чуть бы что-то яркого туда добавить, да, вот так и хочется что-то еще повеселее. Может быть, Это рубашечку вот взять, вот что-то такое. маленький вроде, да? Да, яркое что-то добавить. Вот тоже рубашечку сменить, вот сделать ее поярче. А то здесь слишком такое, ну, монотонное получается сочетание. Еще и на задний, и Просто, да, сзади. светло-коричневое и темно-коричневое. Все, больше ничего. Еще и сзади коричневые поставили. Да, еще и сзади коричневое, все коричневое. Поэтому здесь вот с одеждой можно еще одежку какую-то поярче, рубашечку, которая будет сочетаться вот с этими шортиками, но будет веселенькая такая. Личико утянуто неплохо. Я смотрю, носик какой-то получился плоский. Там в результате все равно вы вот или набито, значит, набито, когда при набивке. Возможно, он не совсем хорошо набился носик, поэтому получился он такой плоский. Потому что когда недостаточная набивка, даже если вот вы наматываете хорошо, да, я вижу, что намотано немало, но он немножко проваливается, потому что там недостаточно объема в носике.
Поэтому на будущее хорошо очень туда приклейте такое, то, что я вам показывала, чтобы очень хорошо носик такой был упругонький. И тогда наверху он будет как треугольный такой, остренький. И, а так вот все, в общем-то, расположение все правильное. Глазки, ротик, носик. Единственное, вот он, да, немножко есть тут небольшая ошибка. Лошадка очень хорошая, грива такая прям, как настоящая. Молодец, Надежда. Учтите, на будущее просто замечание. Я думаю, следующие работы будут вообще суперские. Да. Так, идем дальше. 88 голосов. Так, Татьяна Зеленякас у нас тоже шьет давно, я знаю уже Татьяну. Так. Ну, у нее тоже уже узнаваемые работы. У нее такие, да, узнаваемые работы. Суперская. Мальчик очень интересный, хороший мальчик. Что тут, я даже не знаю, к чему тут и придраться. Веселый такой, кудрявенький мальчуган. Такой рыжик. Рыжик хорошенький. Ох, очень, да, очень хорошенький. Хорошая очень работа. Даже я не знаю, к чему мне даже придраться. Очень хорошая работа. И одежка хорошо сшита, очень хорошие. Сочетание рубашечки с шортиками. Хорошая работа очень. Так. Танюш, молодец. Молодец, Таня, да, 150 голосов. Так, Аляшкины кукляшки у нас следующие. Так, забавный такой, да, куклёх такой прямо интересный. Так, что могу сказать? По утяжке здесь, видимо, было при набивке. Не совсем, может быть, удачно набито. Я не знаю, носик почему-то получился картошечкой. Сложно судить тоже. Фотография достаточно, как бы, ну, фокуса тоже нет на личике хорошего. Сложно судить. Вот для мальчика большеваты глаза, вот на мой взгляд. Да, вот они, конечно, но вот большеваты глаза. Потом они получились слишком раскосые. То, что я сказала, там немножечко вот эту точечку повыше сделать, здесь слишком, по-моему, высоковато уже. То есть я опустила, может быть, Оля и внутренние, и подняла верхние, поэтому они вообще раскосые получились. И немножко великоваты все-таки. Вот это на будущее. Возможно, они не бросались бы так в глаза, да, такими, да, большими, да, если бы не было черной обводки. Да, вот эта черная обводка слишком сильная. Что еще могу сказать? И потом внутренние, вот на будущее тоже внутренние уголки глаз еще надо подтягивать посильнее, чтобы выравнивать глазки, чтобы они не смотрелись как вот как у птицы, да? Вот у них же глаза в бок смотрят, у человека прямо глаза смотрят. И поэтому, чтобы глаза развернуть, чтобы они прямо смотрелись, нужно обязательно чуть-чуть посильнее утягивать внутренние уголки глаз, а наружные послабее. Вот, одежка, ботиночки мне очень понравились, очень хорошо сделано. Вот, а так хорошо, в общем-то, сшита одежда, хорошо. 80 голосов. Аккуратно, да, аккуратно. Оля, да, идем дальше. Стежочки на кармашках, я бы тоже немножко как-то вот... Чего-чего? Стежочки на кармашках только вот как-то... По кармашкам еще я хотела сказать. Здесь такое ощущение, что они на разном уровне кармашки почему-то пришиты. Вот я не знаю. Или так просто перекошены немножко при фотографии, возможно. Ну, в общем, такое ощущение, что немножко симметрия не соблюдена. Так, идем дальше. Марина Сазина. Тут прямо получился у нас прям не Филиппок, а маленький принц. Вот на мой взгляд. Он такой нежный и такой возвышенный. Просто нет слов. Здесь, конечно, реснички... Ну, в общем-то, здесь может быть такой образ, и можно и реснички небольшие сделать. Хотя здесь реснички немножко толстоваты. Тут если можно было сделать реснички, то совсем-совсем тоненькие такие, чуть-чуть прямо, чтобы с намеком таким на реснички. Но не толстые реснички, если немножко толстоваты. А личико утянуто очень хорошо. Очень хороший образ. Получился очень живой мальчик. Со, да, скрипочкой такой, такая, да. Хорошее движение, и поэтому оживает, да, как будто вот, да, вот там сам вот там действительно. Хорошая есть работа очень, ага. 149 голосов. Немножечко бледноватенький, он тоже, можно его еще подтонировать. Так, Ольга Щагина. Замечательная парочка.
Мне очень понравился мальчик и девочка тоже очень понравилась. Очень удачные вообще глазки, носик, ротик, все такое прям вот детское получилось. Очень хорошая работа. Я ее отметила. Я считаю, что замечательная вообще работа. Девчоночка такая прям супер. Такая яркая, да. Если... Я люблю рыжих. Вообще. Главное, мальчик такой сдержанный, да, вот у нее сочетание такое, да, все сдержанное. А девочка, тут уже Ольга прям здесь... оторвалась, да, по полной. Здесь, знаете, как это, вот, мальчик, не хулиган, а здесь такой вот мальчик правильный такой. Правильный мальчик, да. Девчонка вообще... Интеллигентный. А девочка, по-моему, оторва такая. Ага. Вообще замечательная. Замечательная работа. Очень хорошая работа. Клёвая, вообще здоровская. Так, идем дальше. Молодец, прям мне очень понравилось. Татьяна Ши. Так, мне очень это понравилась работа, я ее отметила сразу же, как увидела. Хотя здесь есть ошибка. Вот есть ошибка, она сразу же бросается в глаза. Глазки высоковато относительно. Чуть-чуть их опустить будет вообще замечательно. Но, тем не менее, получился очень живой мальчик. Вот как это, вроде бы как и ошибка есть, да, но тем не менее, почему-то вот мальчик очень такой вот. Мне он понравился сразу же. Хотя я вот могу сразу же сказать, что да, здесь есть небольшая ошибка в утяжке глаз, но сделано хорошо вообще. Личико, тем не менее, какое-то подкупающее такое оно. Хороший очень мальчик, очень хороший наряд. Очень все со вкусом сделано. Вот они так. 116 голосов. Так, 144 голоса у нас у Натальи. И мальчик, значит, замечательно одетый. Очень такой яркий, прям солнышко. Прям правда. Личико, да, такое хорошенькое. Глазки хорошо нарисованы. Очень живое, да, такое? Личико? Да, хорошенький прям очень вот мальчик. Угу, очень хорошенький. Еще бы я немножко утянула вот здесь вот. Вот посерединочке губ, вот попробуйте прям, вот утяните чем-нибудь, просто нажмите даже там какой-нибудь спицей или там чем-нибудь остреньким, нажмите, попробуйте, у вас изменится немножко выражение. То есть сейчас у вас как губки уточки такие получились. А если немножечко утянуть серединочку, то они, возможно, даже выровняются, и у него будет другое выражение лица. Но личико вообще хорошее. Хорошая очень работа, Наталья. Так, Ольга, так, Оля Сабурова. Так, что я могу сказать? Здесь с чего начать даже? Овал, интересно, почему-то получился такой интересный, прям ярко выраженный подбородочек. Или, может быть, так фото показывает, то есть он смотрит вот так в бок. Глазки тоже немножко великоваты для мальчика. Внизу подводку делать категорически не надо, потому что это создает такую вот слишком кукольность, вот эта подводка под глазом. Подводка у нас только наверху, и то такая очень сдержанная. А вот это внизу, она как бы, не знаю, это я считаю, сразу же образ мальчика как-то нарушается. Он становится больше похож на девочку. Вот, что еще по одежде? В общем-то, интересно. Тут брючки решила сделать Оля. Неплохо. Ботиночки тут есть немножко ошибки в поклейке, но сочетание все сделано хорошо, продумано. Такой вот бледно-желтый, синим. В общем-то, сочетание хорошее. Нормально. Так, 95 голосов. Идем дальше. Так, Зоя Быкова. Здесь есть ошибки, конечно, в утяжке. Слишком высоко рот поднят к носику. Вот прям вот его так и хочется немножко опустить. Он должен быть вот ниже немножко. Глазки чуть-чуть поднять. То есть вот от носика рот чуть-чуть вниз, глазки чуть-чуть вверх. А расстояние хорошее между глазками, нормальное. Нет, даже если глазки оставить на месте, рот с носом опустить чуть-чуть. Да, или да, но нос тут трудно опустить, или может быть просто как бы на мотку опустить, да, вот эту вот. Нет, и здесь нет подбородка, такое ощущение, да? Да, вот как-то интересно, но
Вот что-то нужно вот сменить немножечко сочетание. Попробуйте просто, да. Что-то не то и не можно. Вот что-то не то. Чувствуешь, что что-то не то. Потом глазки. Вы когда рисовали глазки, нужно обязательно внизу посильнее выбелить. То есть сделать там, как я показывала. Прям у нас вот темное только наверху. Только наверху. А у вас он весь такой. Я вижу, что весь зрачок, он весь синий просто и все. То есть поработайте, попробуйте вот с этими с оттенками. Наверху потемнее, внизу посветлее, практически почти белое. И он будет смотреться живее глаз. Одежда сшита аккуратно очень, все хорошо. Так, 84 голоса. Идем дальше. София Горновски. Интересная у нее работа. Немножко тоже мутновато здесь фото, очень сложно как бы оценить. Но я писала Софии, что у нее, да, ну, лямочки это можно сменить, в принципе. Немножко они широковаты, конечно, массивно смотрятся лямочки. И фото темновато, сложно тут, конечно, оценить. Но мордашечка такая очень хорошенькая. Очень хорошенький носик, ротик. Глазки тоже вот чуть-чуть бы я сделала, чуть-чуть поменьше. И внизу, я не знаю, тут трудно понять, но у меня такое ощущение, что тоже есть небольшая подводочка внизу. Нет, у меня такое ощущение, что это не зрачки, а... А, зрачки, да? Внизу темные. Но там нужно все равно посветлее делать, в любом случае, внизу. Не знаю, почему-то слишком там, или слишком жирное. Или, да, там вот идет высветление, а внизу осталось темное сильно. Да, слишком темное, я не знаю. Отсюда кажется, как будто подводка там такая. Да, и в результате, да, кажется, как будто подводка. Так, 92 голоса. Идем дальше. Любовь Чернецкая. Замечательная работа. Очень, очень, очень удачная личика. Я не знаю, Любовь, вы еще там делали ли еще добавочно вот к той технике, которую я показывала, не знаю, может быть, еще что-то добавляли над этим, вот по другой технике, щечки там, еще что-то. Но очень хорошее выразительное личико получилось. Там единственное было у меня сделать подводочку темненькую. Вот прямо над глазом такая более ярко выраженная подводочка сделать, и глаз будет более выразительным. Хотя он и так сейчас хорош. Вообще мальчишка очень хороший. И одежда тоже хорошая. Вообще очень хороший мальчик. Замечательный мальчик. Так, Юлия Комлик. У нас она новичок. У нее очень достойная работа. Не только для новичка, она вообще достойная работа, да. Очень хорошая работа, очень хорошее личико, утянуто очень хорошо. Чуть-чуть бы я глазки раздвинула, ну буквально вот чуть-чуть. А так, в общем-то, все на месте. Нос, рот, глазки маленечко раздвинуть. Может быть, Юлия уже это заметила, но как бы уже все обтянула. Может быть, уже поздно было менять что-то. А мальчишка очень хороший, сшито очень хорошо. Так. Молодец. Юлия. Мария Андриенко. Очень хорошая работа, замечательная парочка, такие ножки колесиком, вообще такой пацанчик, особенно вот левый, мне вообще просто... Вообще классный. Вообще класс, класс, класс. А одежда как продумана. Вот. Все-все абсолютное, сочетание кармашки, рубашка. Вот здесь тоже вот Мария не взяла такой цвет, как рубашки, да, вот он совершенно по-другому уже смотрится. Если бы здесь было... клетка, 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 то это было бы хуже смотрелось. А здесь мы взяли другую ткань, и она смотрится очень весело, хорошо. Очень я хорошая думаю, работа. Рубашка тоже, угу. Вот отделка. Ботиночки такие классные вообще. Кстати, Любовь Чернецкая написала, что Ирина только по вашему мастер-классу, ничего там она не добавляла. Да? Да, интересно так получилось, прям объемно, очень объемно, хорошо. Значит, набивка была очень хорошая. Так, 147 голосов у нас. Мария, молодец. Мария, да. 21. Так, Светлана Соломина. Ну, Светлана выложила то, что есть. Уже будем судить то, что есть. Но я уже вижу, что обтянуто очень хорошо. И, в общем-то, удачно достаточно. Ротик. Может быть, высоковато вот эти вот точки.
сделаны ротика, вот мне так кажется, потому что или утянут слишком, но, в общем-то, личико хорошенькое должно быть. Сейчас сложно судить, но вот расположение вроде нормально все. Головка хорошенькая, набита хорошо. Нормально. В общем, доделайте, выкладывайте, Светлана. Светлана, будем ждать в чате. Будем ждать, что получится. Интересно даже, да, что получится. Доделано уже. Ага. Так, Лира Захарова, очень оригинальная тоже такая работа. Вот глазки маленькие, да, и почему-то интересно, да, создает прям вот как живость такую. Какой-то живой мальчик такой. Маленький мальчик, да, маленький. Хорошенький очень, да, мальчишечка такой. Такой задумчивый, такой флегматик стоит прям. Ага, интересный такой мальчишка. Она даже так, да, смело применила цветочки. А? Что предыдущий, ну, до этого мы смотрели фотографии, где маленькие глазки, да, что этот вот, у них ощущение такое, как будто с хитринки, как да, будто да, он да, прищурился, да. Такой что-то, ага. Сейчас как что-нибудь сделаю. Ага, задумал что-то, задумал. Да, вот здесь Лира решила использовать цветочки, да, вот я первый раз вижу, чтобы вот у мальчика цветочки. Ну, в принципе, да, когда такая сдержанная гамма, почему нет, можно и цветочки тут использовать, по-моему. Маленький. Маленький, конечно, маленький мальчик. Нормально. Вполне можно. Так, 94 голоса. Так, идем дальше. Наталья Бут. Вообще тут шикарная работа, я считаю. Замечательно. Я ассоциация с незнайкой. Да, прям незнайка. Утяжка такая интересная. Утяжка очень хорошая. Очень удачное сочетание. То есть вот она нашла прям золотую середину. Сочетание глаз, носа, рта. Очень хорошая работа. И тоже, Наташа, вы больше ничего не применяли? Вот это только вот то, что я вам давала? И все? Или что-то все-таки еще добавляли при объеме? Если Наталья тут. И Наташа, здесь... Да, напишите нам. Да, вот интересно. Единственное, меня смущает, конечно, вот эти вот черные точки. Ну, черные точки, да, вот ей так захотелось, вот она решила так вот. Вот он такой весь веснущатый. Но вот носик, я бы острие носика все-таки выбелила. Я не сделала бы весь нос, да, коричневым, коричневый только внизу. Потому что, когда он весь коричневый, то он смотрится, как будто он измазался в чем-то. Да? А когда тут вот внизу, а наверху вот в этом, на острие носика все-таки надо побелее сделать, и тогда он будет смотреться еще более объемный. А очень-очень удачная утяжка. Такая вот прям детская-детская. Само личико прям классное. Личико замечательное. Здорово вообще сделано. Он не закончен, но, в принципе, уже самое главное, личико есть, и уже можно судить. Так, 109 второй голосов. Второй там, да, такой недоделанный там стоит, да, немножко. Прикрылся, ага. Котик. Прикрылся котом. Так, идем дальше. Так, тоже небольшой недодел Натальи Панафиткиной. Фотография немножко, конечно, неудачная. Как-то все тут. Девочки, вот не фотографируйте никогда. Против окна. Никогда. Да. Да. Вот это... окна фотографируйте, чтобы свет падал на куклу. В результате у вас вот, засветляется, да, фотография. Развернуть его и самой встать от окна, чтобы окно светило на него. А так, значит, вообще. Чаще... Наташа бы тоже написала, только ваш мастер-класс, ничего не добавляла. Ну, вот здорово тоже получилось вообще. Ведь, в принципе, тут получается минимум мы делаем, да? Ничего такого особенного вроде бы, а получается какой хороший объем. Так, что я могу сказать? Ну, конечно, тут сложно судить, достаточно фотография мутная. Так, вот утяжка тоже вроде... Да, вверх. Немножко задрано высоковато. То есть слишком большой подбородок получился, на мой массивный взгляд. Массивный подбородок, да. Или, возможно, здесь вот шея вставлена в головку не в том месте. Немножечко нужно пониже опустить, где вот вы головку вводите туда, вот, где мы делали накладку, пониже сделать. И тогда головка опустится, она не будет вот так задрана вверх. А так она получается, прямо он куда-то вверх смотрит, а глазки вниз. И он как будто так это надменно так смотрит. Получается такая вот у него поза.
Но, в общем-то, утяжка неплохо сделана, хорошо. Единственное, вот этот вот я могу сказать. И обводка. Замечание, да. Вот это вот черная обводка. Черная обводка, опять я смотрю внизу. Не надо. Это все можно убрать, это, вот эту черную обводку внизу. Все забелить, это все возможно исправить. Волосики хорошие, сделаны очень хорошо, волосы. Так, идем дальше. 66 голосов. Так, Наталья Гончарова, великолепная работа. Вот опять маленькие глазки, да? Вот мы видим маленькие глазки, и сразу появляется такой хитрован прям. Вот мальчишка прям великолепный. Мне очень нравится мальчишка. И тут пряжа, вот, очень хорошо смотрится вот эта пряжа. Я ее даже узнаю. Я ее как-то одно время постоянно покупала, эту пряжу. Она хорошая очень пряжа. Но волосики тоже. Волосики очень хороши, да. Ну, я не знаю, работа очень хорошая. Вот, мне очень понравилось. Такой, ну, Наталья, значит, тоже у нас уже давно. Очень хорошая работа, очень удачная утяжка. И одежда тоже хорошая. Молодец, Наталья, очень хорошо. Так, Галина Капралова. Так, у нас тут парочка. Опять вся в игрушечках. Так, что по утяжке, вот я хочу сказать. Так, девочка, она как будто по этому же мастер-классу, почему-то она ниже, гораздо ниже. Прямо она как будто... Обивки еще, может быть, многое зависит. Или она по али, может быть, сшита, я не знаю даже. По али, а ножки такие стоячие? Да, не знаю тогда, но почему-то она пониже. Так, ну здесь с утяжечкой немножко уменьшила. Надо еще. Может быть, сама или, может быть, просто уменьшила, да. По утяжке я могу сказать, что носик, может быть, он получился картошечкой почему-то. Может быть, перестарались с навивкой вот этой нити. Глазки нужно еще посмотреть, насколько симметрично они расположены. Здесь, конечно, трудно судить, он как-то так боком. Да, вот за этим обязательно следите тоже, со симметрией. А, в общем-то, ротик вроде бы на месте. Носик почему-то получился картошечкой такой конкретной. У девочки вообще картошечкой, прям пуговкой получился. Не знаю, как так получилось, да. Как так получилось, я не знаю. Вот. Ну, работа неплохая такая, веселенькие вот, ребята. Ирина написала, что тело другое, голова ваша. Ну, а голова ваша, ага, ну вот. Тело другое. Ну, вот такие замечания у меня есть. А одежда вроде бы неплохо сшита, все хорошо. Фуражечка такая интересная. Девочки, еще и вышивка, по-моему. Да, у нее там еще украшения всякие. Так, 62 голоса у Галины. Так, Гуля Галганова. Я тоже не успела. Не додел, но я вижу, что сшито очень качественно. Я так вижу, что уже результат будет... Но я очень сильно надеюсь, что результат будет очень хороший, потому что, ну, видно, что... Утяжка классная. Видно, что утяжка очень хорошая, сшито все аккуратно. То есть дошиваете, Гуля, показываете. Я считаю, да, работа будет замечательная. Покажите, да. Пожалуйста, готовую работу, потому что вот я прям буду ждать вашу работу. Да, я буду ждать тоже, потому что интересно, что получится, потому что очень хорошее вижу начало. Вот по всему даже, по утяжке, по одежде. То есть я вижу, что это работа мастера. Вот жалко, что не успели. Ну, потом выложите. Так, идем дальше. Любовь Брынза. Великолепная утяжка. Очень хорошая личика. Аккуратная тонировка. Замечательно, да, тонировку Люба уже освоила хорошо. Глазки очень хорошо утянуты, прям они вот, прям глазницы, прям заметно все. Вот все на месте, ротик на месте, подбородочек в меру, там он в меру такой, а то бывает, что или нет его совсем, или очень большой, а здесь все в меру. Такое детское личико очень удачное, очень хорошая работа, Люба. Так. Люба, правда, вот здоровская работа. Очень хорошая, ага. Так, Люба. Получила 86 баллов. Так, Татьяна Герман. Так, ну что, здесь есть, конечно, вопросы. Во-первых, по глазам уже, да, слишком большие глазки. Утянуты вот внутренние уголки недостаточно. Их надо развернуть, глазки, чтобы он смотрел прямо, а не в стороны.
И уменьшить, конечно, глазки. А ротик, он на месте. Ротик нормально, ротик, носик вроде нормально. А, вот единственное, глазки. Над глазками, если бы поработать, то вообще было бы замечательно. Супер. Одежду такую яркую Таня придумала всю. Розовую, темно-синюю. Одежка хорошенькая. Яркая такая, веселая. Вот насчет глазик. Глазиков, вот мой совет такой. Так, Татьяна Федосеева. Очень интересная, оригинальная работа. Такая вся, да, в пастельных, да, кремовых тонах. Такой я для себя, вот это мальчик из приличной семьи. Вот у меня такое прям вот ощущение. И опять глазки, смотреть маленькие, да, Галина? И такой, да, прям, да, вот он, да, живенький такой мальчишечка. Вот ноздри я бы не стала такие вот слишком ярко делать, да, немножечко огрубляет это вот вообще общее мне впечатление. Очень понравились губки, как сделаны. Губки очень хорошо, вот сделать ноздри, но не такие яркие, он бы был вообще просто супер. Вот немножечко переборщили чуть-чуть с ноздрями, ну, не знаю, можно это сейчас исправить, нельзя, но вообще очень хорошее все, вот подбородочек, ротик, носик, все на месте. Очень хороший мальчик. Так. 74 голоса. Дальше. Но это, видимо, уже было темно. Фотографировали когда-то. Почему-то очень темно получилось. Мальчишки такие интересные, лоповухие. Мальчишки так классные вообще. Хорошенькие мальчики, да. Утяжка там вот немножечко, видимо, там... Да, я не сказала. Галина Иванова это у нас так. Значит, такая хозяйственная парочка. По хозяйству они там все, видимо, с ведром. Вот у левого мальчика что-то с утяжкой глаз, видимо, какие-то были проблемы. Немножечко несимметрично, что ли. Ротик вообще интересный такой. В одну сторону он даже так как бы улыбается. И правый тоже. Хорошенькие лички очень. Глазки чуть уменьшить у правого, я бы вот уменьшила, потому что великоваты. Для его личика великоваты такие глаза. И он будет смотреться лучше. Тут вообще хорошо вот в этой выкройке легко менять головы. Там, если голова не понравилась, тут проблем нет особых. Что там, находишь, где там пришивал эту шею, и все. То есть там ничего же не приклеивается, только отодрал и новую насадил, и все. Так, 77 голосов. Галочка, молодец. Хорошие, так, хорошие мальчишки. Так, Наталья Голубева. Так, такие интересные, совершенно разные получились, абсолютно разные, да? Как-то обычно бывает, все равно похожие очень. А тут по-разному, видимо, решила Наталья сделать утяжку, и получается совсем разные лички. У левой девочки, ну прям нет, хочется девочками назвать. То есть вот это левый мальчик, да, вот он мне не создается впечатление, что это мальчик. Это как будто вот девочка. Не знаю почему. А вот что даже. Может быть, даже я не могу объяснить. Но у меня ощущение, что это девочка должна быть, а не мальчик. Глазки немножко широко расставлены. Вот у левого. И носика я не вижу. Вот он как-то, видимо, слабая намоточка здесь была. И плохо, он проглядывает плохо носик. Такое ощущение, что еще тонировки не хватает. И тонировки не хватает, вот что-то еще нужно поработать. У правого так, тут глазки, мне кажется, слишком близко опять к носу. Ротик хорошо утянут, нормально. И носик я бы опустила, вот у меня такое ощущение, что носик надо еще опустить. Вот такие у меня, что я могу сказать по этим куколкам. Тут доделывайте тоже. Еще надо доделывать, и вот, ну, учтите, как бы, вот такие советы. Ждем ваших ребятишек. Так, Ольга Кубанова, такая хорошая законченная работа. Хорошая утяжка. Вполне такая, личико очень миленькая, хорошенькая. Она решила сделать по-другому шортики. У нее свой фасон. И ботиночки по-другому. Сделано. Но здесь ботиночки, мне кажется, немножко массивные смотрятся вот у такой куколки. Вот с такими кантами большими. Немножко они по нему вот великоваты. Вот по мне кажется так.
Вот, а так у него шарфик тут, в общем-то, интересная такая композиция, хорошая работа, личико, в общем-то, удачное, хорошее личико очень. Так, идем дальше. Да, так, все, вот и все. Так, ну что, сейчас мы будем подводить итоги. Любовь Брынза написала, что спасибо за похвалу, Ирина и Галина, ждала критику, а получила похвалу. Ну, я хвалила. Что заслужили. Да, когда заслужили, хвалила, когда, в общем-то, заслужили и критиковала. Вот, и еще хочу отметить тоже особенно, вот я буду выбирать сейчас там места, там все назначать, все, но особо я хотела еще бы отметить девочек, которые мне очень понравились, лички, которые вот получились самыми живыми, вот самыми такими удачными. Я хочу перечислить этих всех девочек вот с такими куколками. Это Юлия Иваницкая, Элла Боголюк, Антонина Яковлева, Людмила Перегинская, Ирина Барангова, Марина Сазина, Ольга Щагина, Татьяна Ши, Любовь Чернецкая, Мария Андриенко, Наталья Бут и Наталья Гончарова и Ольга Струкова. Вот у этих девочек, ну, мне особенно, конечно, вообще почти у всех девчонок очень хорошие лички, но у этих получились замечательные мальчишки, они очень живые, очень хорошенькие, очень куколки. Именно по взгляду, по лицам, вот я так могу отметить, их особо я отмечу. Теперь мы переходим к объявлению мест. К объявлению победителей. К объявлению победителей. Начнем с третьего места. У нас участвовали, да, три новичка, и я выбрала работу среди новичков. Так, сейчас, где у нас? Сейчас я вот, так, мне, наверное, сложно будет найти ее. Сейчас. Юлия, ниже. Так, где? Где-то отсюда вот начиная. Так, сейчас дальше прокручу. Валентина Марченко написала, я тоже ждала критику, но не получила. Так, вот работа, да, вот работа, замечательная работа Юлии Комлик. Она у нас новичок на мастер-классе, но я считаю, это работа не новичка, а мастера буквально. Очень достойная работа, очень хороший мальчик получился. И Юлия у нас Комлик получает 30% возврата денежных средств на счет и третье место. Поздравляю, Юля. Поздравляем, Юлечка, поздравляем. Молодец, Сонечка, поздравляем. Браво! Так, второе место у нас занимает, значит, назначается у нас на второе место у нас выбирают организаторы Панпины. Сейчас мы выберем, покажу эту работу. Так. Еще и сразу не могу найти. Сейчас, подождите, сейчас найду. Марина Сибакова написала, что у всех работы, девочки, у всех работы супер. Нет, девочки, действительно, работы у всех прям просто замечательные. У меня вот, ну, слов, правда, с каждым мастер-классом вот смотришь, думаешь, ну куда уж лучше, вот классно вроде. Да. Вот все. А раз мастер-класс и бабах, и... Да, вообще, прям удивляет. Девочки, вот с каждым разом я не представляю, как выбирают победители, потому что с каждым разом все профессиональнее. Ну, мастера, прям мастера. Ну вот я дошла до работы, которая получает у нас второе место. Замечательная работа, сделанная Марией Андриенко. Значит, организаторы Панпины выбрали вот ее работу, потому что я считаю, она достойная, конечно, второго места. Это очень хорошая работа. Очень, вот особенно левый мальчик, он просто вообще замечательно нарисовано все, хорошая утяжка, очень хорошая работа. Поздравляю, Мария, Мария, вам, да? Да, Мария Андриенко.
И, Мария, вам, значит, 50% денежных средств возврат на ваш личный счет. И поздравляю. Поздравляем вас со вторым местом. Так. Мария, правда, суперские пацаненки, прям вот классные. Замечательные пацанята вообще. Так, и первое место я, конечно, там выбирала, сомневалась, да. Но я считаю, что сейчас я дойду и покажу вам, кого же я все-таки выбрала. Думала, думала, решала. Так, это Юлия Иваницкая. У нее просто великолепная работа, я считаю. Ну, я не знаю, она сразу же запала в душу, я думаю, и другим девочкам. И девочки все, я думаю, меня поддержат, согласятся со мной, что это великолепная работа, и она заслуживает первого места. И, Юлия, я поздравляю с первым местом и с возвратом 100% денежных средств на ее личный счет. Вот, поздравляю. Юлечка, молодец, поздравляю, правда, замечательная работа. Пацанёнок, сколько было волнений у Юли, да, да сколько вообще она там, просто, да. В чате мы смотрели его я и так, и сяк, да, всякое. Я такая, да что такое, опять маленькая. И даже в видео мы посмотрели, как создавался этот мальчишка. Все мы видели. Юлечка, так, молодец. Ну, да, поздравляем вас. Но это еще не все. У нас, значит, что, поскольку работ очень много интересных, то организаторы решили отметить еще две работы, которым будет, ну, они как бы считаются тоже наравне как с третьим местом, и будет 30% возврат денежных средств. Это работа Ольги Золотовой. Так, сейчас. Олечка, поздравляю, действительно тоже замечательно, очень мне понравилась ваша работа. Так, класс. Сейчас, где ну, у нас не Ольга знаю, мне Золотова? Меня сегодня спросили, я говорю, блин, не знаю, говорю, мне все нравятся. Ну, не знаю, но мне нравятся они. Так, не вижу здесь вообще фамилий. Здесь закрыто у меня. Так. Ну, вообще не вижу. Вот убрать Помпину, вот эту вот здесь. Здесь она закрывает фамилию вообще. А сдвиньте чуть-чуть просто этот. Я не могу здесь ничего делать. Ага, вот. Пионеры наши. Наши пионеры получают 30% от стоимости мастер-класса на свой счет. Так, сейчас я доберусь, да. Замечательная работа. Прям, Оль, прям классная работа. Такая... Так, ой, убежала. Суперская. Так, вот у нас пионеры Ольга Золотова наши. С пионерами. У нее великолепная работа, я считаю. Заслуженно получено вот еще дополнительное третье место. Поздравляю, Оля, вас. Олечка, поздравляю. Поздравляю. Правда, заслуженная работа. Очень хорошая работа. Классная. Хотя это вот... Так, и еще. То есть у нас два даже. Ух ты! У нас даже два. Да, два у дополнительных нас. Третьих мест. Так, и еще я, у нас... Полагаю, уж не морячок ли это? Сейчас. Так, сейчас дойдем. Где он у нас? Нет, не там. Крутой пацаненок там. Сейчас. Значит, здесь. Вот он. Чудо из чудес просто. Так, у Ирины Баранговой. Замечательный мальчуган. Просто вообще выше всяческих похвал. Очень хороший мальчик получился. И я ее поздравляю тоже с тем, что отметили. Да, ее работу молодец. Тоже. Поздравляю. Браво! Правда, действительно, суперские работы. У всех получились достойные работы, достойные мальчишки. Ну, правда, классные. Ну, классные. Очень было интересно, да, вообще смотреть в чате, как выкладывают девчонки свои работы. И каждый раз все вот настолько они индивидуально так подходят с фантазией. Я сразу же иду к мужу, мы с ним обсуждаем. Он там тоже и смеялись, и вообще, он говорит, вообще замечательно у вас. Такие мастера. То есть постоянно я ему тоже хвасталась вашими работами, какие у вас
Замечательные у вас мальчишки получаются. Мне очень было приятно с вами работать. Вот я что хочу сказать. Ну что ж, друзья, вот и закончился еще один мастер-класс. Очень так печальненько, но... Да, подходит к концу все. Но результат есть, я думаю, очень хороший результат. Ну, Ирина, я думаю, что мы тоже с вами ненадолго прощаемся. Ну, надеюсь. Вы нас порадуете еще своими работами, и нам что-нибудь еще новенькое. Да, надеюсь, что встретимся еще, да. В общем, очень приятно было мне с вами работать. Творческих вам успехов, девочки. Развивайтесь, я думаю, у вас все получится. Кто вот только начал работать, и опытным девочкам, которые давно уже шьют, всего вам самого наилучшего. Надеюсь, что встретимся. Ну что ж, на этом тогда мы заканчиваем нашу трансляцию. Девочки, всем спасибо огромное за теплую, за теплоту в чате, за общение, за ваш позитивный настрой. За замечательных ваших мальчиков, Филиппочков и не только. И Павлуш. Ирина, вам огромное спасибо. Вот правда, огромнейшее спасибо. Получился замечательный, очень теплый мастер-класс. Ждем вас еще у нас в студии. А на этом мы тогда с вами, девочки, прощаемся. До августа. У нас небольшой перерыв. Всем да, сейчас каникулы, всем доделать работы свои. И выкладывайте. Кто не успел, выкладывайте обязательно в чате. Посмотрим. Это точно. Мы будем обязательно ждать. На этом мы заканчиваем. Всем до свидания. В студии была Ирина Чурилина. Голос за кадром Галина Бакунова. Мы вас любим. Всем пока-пока. До свидания.